Нетрезвый лихач в Екатеринбурге протаранил чужую машину, а затем фонарный столб. Водитель в тяжелом состоянии в больнице. Все произошло на улице Умельцев. Владелец ВАЗа 2106 пошел на обгон, мешающий ему на дороге десятки. Однако состояние опьянения ему не позволило справиться с задачей. Он врезался в багажник. От удара легковушка улетела на обочину, где на огромной скорости попала в фонарный столб. Машину смяло и практически разорвало на части. Виновника госпитализировали. Второй водитель не пострадал.